Выставка World Food продолжается. Рядом со мной Марина Александровская, представитель компании Livent. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о компании, чем вы занимаетесь, какую продукцию представляете? Компания Livent на рынке более 11 лет. И бренд Livent – это бренд продукции, выпускаемый Костромским машиностроительным заводом. И продукция эта предназначена для ритейла. Это торговое оборудование, лари, монеты, шкафы и горки. Изначально философия компании была нацелена именно на качество продукции, а не на ее массовость, поэтому достаточно узкий сегмент. И в основном компания Livent специализировалась всегда на так называемом встроенном холоде, то есть оборудовании со встроенным агрегатом. Вот совсем недавно мы рассматриваем для себя новое направление выносного холода и, соответственно, выпустили новинку с выносным холодообеспечением. Скажите, пожалуйста, а следуете ли вы каким-то современным экотрендам в вашей компании? Ну да, естественно, это изначально заложено в ценности и философию компании. И мы одни из первых начали предлагать оборудование на пропане. И сейчас предлагаем своим потребителям тоже оборудование в базовой комплектации, в основном на пропане, поскольку это тренд экологичный. Это возможности сегодняшнего дня работать над сохранением природы. Скажите, а я знаю, что компании на самом деле это больше, чем 11. Сколько в целом существует производства? Нет, Костромской машиностроительный завод зарегистрирован ровно 11 лет назад. И в прошлом году мы отмечали десятилетие. И, соответственно, к этой дате был приурочен 100-тысячный выпуск ларя «Бонеты». Собственно, с нее началась история, и в очень многих крупных торговых сетях стоят наши лари «Бонеты», и мы этим очень гордимся. Здорово. Скажите, пожалуйста, в качестве кого вы сегодня выступаете на выставке? На выставке я здесь больше как посетитель, больше познакомиться с трендами пищевой индустрии и рассмотреть для себя, понять, кто посетители этой выставки, и, возможно, рассмотреть для себя возможность участия в следующем году с презентацией тоже новинки для ознакомления. Спасибо большое, Марин. Желаем удачи вам сегодня. Всего доброго. До свидания.